Совершенно потрясающая, несравненная, замечательная актриса, народная артистка Клара Новикова! Ну вот, добрый вечер, здравствуйте, здравствуйте. Я ужасно рада, что я вышла на эту сцену, вот вы в зале. Ну вот сегодня все посвящено как-то военным. Раньше шутили так, что от 23 февраля до 8 марта, ровно 15 суток. А сейчас 15 суток нет, поэтому не знаешь, наступит 8 марта или нет. Вот, ну, я для себя решила, ну что, у меня ничего же про армию такого нет, ну что же я могу про армию? Ну, я подумала, что, ну, вот люди армейские, вот мужчины, рядом же с ними есть жены, и они же что-то в обычной жизни тоже делают, не только их всех показывают какие-то такие. Ну, они нормальные мужья, нормальные отцы, нормальные деды. И вот я себе представила, что пускай это будет тоже военный, пускай это будет какой-нибудь офицер. И пускай он в одной постели с офицерской женою. Может такое быть? Да или нет? Вообще, вы представляете, что они тоже что-то могут в постели? Военные. Но не только же на полигонах. У них еще есть какие-то оружие, производства. Поэтому я так себе представила, что вот некая такая супружеская пара. Ой, неужели я уже легла? Ой, Господи, какое счастье, когда ты лежишь и тебя никто не трогает. А? Ой, это только наша женщина счастлива от того, что она лежит, ее никто не трогает. Нет, еще трогает. Коль, ты чего? Ну перестань, Коля. Ну перестань кровать эту шатать. Соседи еще чего подумают. Ой, я сегодня на кухне мыла посуду, знаешь, и уснула стоя, как лошадь. Че ты, Коля, знаешь, сегодня по телевизору какую-то рекламу показывали. Слышь, кастрюли рекламировали, которые можно готовить без еды. А, кладешь морковку, наливаешь воду, ставишь на подоконник, главное, чтобы солнце попадало. Вечером приходишь, открываешь крышку, а там борщик с косточкой, котлеты с мясом, суп для свекрови и супчик для собаки. И все слоями. Стоит $200. Ну ничего не ерунда, Коля. Делают кастрюлю на оборонном заводе. Ага. Говорили, кто купит 10 таких кастрюлей, тому дадут бесплатную путевку круиз по каракумам. На велосипеде. Да, Коля, на каком детском, Господи? По каракумам? На водном. Ой. А что это у меня не спрашивают, болит у меня голова или нет? Коль. А у меня сегодня голова не болит. Коль. Да, ему голова моя до одного места. Коля. Коль. А когда тебе зарплату прибавят? Все. Вырубился, нет его. Как про зарплату? Все. Коль, не знаю, как можно спать с такой махонькой зарплатой. Прям не зарплата, а как у комара это. Как это у комара называется? Хобот. Ты лень, лежит, слюни пускает. Кто же ему снится, интересно? Да кто? Жена ихнего начальника. Секретарша. Да, конечно. Ой, вы бы видели эту секретаршу. Не женщина, а дефект природы. Грудь вот такая. Ту-ту-ту-ту-ту на себе не показывать. Вот я ему скажу завтра. Коля, через 20 лет она обо все это будет спотыкаться. Ну, Коля. А помнишь, ты рассказывал, что тебе это, Маша Распутина приснилась? А во что она была одетая, Маша Распутина? В лифчик?
А, значит, перешла на зимнюю форму одежды. Вот эти артистки одеваются, ну с ног до головы, а все равно как голые. А мы и голые, как в шинели. Кот, ну кот. А как ты думаешь, а я мужу Маши Распутиной снюся? Коля, Коля, ну не спи, ну Коль. Коля, помнишь, у нас была Галка Трухина, помнишь? Ага, она купила путевку в Турцию, уехала. А знаешь, и там ее турки украли и увезли в публичный дом. И знаешь, что ее там заставили делать? Ну, гадай. Да нет, ее там заставили, Коля, делать ремонт. Ну, кот, ну поговори со мной ласково, кот. Со мной ласково только в метро разговаривать. Осторожно, двери закрываются. А вчера, главное, вчера Танечка, ты как батарея. Я, говорит, такая же горячая. Не, говорит, такая же ребристая. Чего? Чего говоришь? Принцесса Монако подарила своему мужу на день рождения. Чего подарила? Остров? А кем она работает, принцесса Монако? Никем! Не знаю, как можно жить и никем не работать. Зачем тогда жить, не знаю. А я тебе на 23 февраля носки подарила. Ты от счастья чуть с ума не сошел. Потому что носки женские. Вот хорошо, сама буду носить. Коля, если бы я тебе остров на день рождения подарила, ну что бы ты стал делать? Ну, Коля, ну скажи. Ну, обмыть это понятно. Ну, пиво утром. А потом? В гамаке качался бы. Посереть острова. Чего говоришь? Картошечку бы посадил. Лучок. Че, корову бы купили? А как бы ты корову назвал? Принцесса Монако. Это чтоб приятнее было доить, правда? А кто это все будет доить? Я! Значит, ты, блин, посередине острова будешь в гамаке качаться, а я все это буду доить, да? А ну, вылезай из гамака, я сказала. А вылезай, я тебе... Ну, Коля, ну что ты обиделся? У тебя на тебя не обижаюсь, у меня голова не болит, а ты никак. А на меня взяла... Ну, Кот! А, Коля, я же забыла тебе сказать, Коля, я забыла. Коля, у нас же в доме лифт угнали. Помнишь, у Газманова, у него машина у Газманова, а у нас лифт. Че, вернут? Коля, я что-то себе представила. А вдруг там что-то перепутают и нам отдадут машину Газмана. А ему наш лифт. Ой, Коля, представляешь, Газманов приедет на концерт в лифте. Ой, Меладзе от зависти всю Виагру сожрет. Коля, я тебе подумала. Коля, это же у нас лифт угнали. А куда же мужики писать будут? Ой, Коля, надо спать. А то еще что-нибудь умное в голову придет. Давай спать, все, спать. Колька, как лежит красиво. Как леопард. Пузо свесило. Уши по подушке разбросал. Ой, хорошо-то. Коля рядом. Дети спят. Свекровь уехала. Хорошо, Господи. Спать. Бедный. Умаялся. Всю ночь ко мне приставал.